Друзья, продолжаем наши телевизионные экскурсии по квартирам Скандиса. И сегодня пойдем смотреть совершенно уникальную планировку. Я в двухкомнатной квартире, 64 квадрата. Эту квартиру чаще всего предпочитают взрослые пары. А часто ли вам встречались в Красноярске двухкомнатные квартиры с санузлом в спальне? Скептики могут сказать, это непрактично. Гости вынуждены будут пользоваться хозяйским санузлом. А нет, в этой двухкомнатной 64 квадрата два санузла. А еще здесь огромная 4-метровая гардеробная, в которой поместится ну просто все. И вы освободите пространство жилых комнат от ненужного, как модно сейчас говорить, визуального шума. А еще здесь квадратная прихожая, где много дополнительных мест для хранения. Французские окна, широкие, почти метровые подоконники, потому что кирпичные стены толстые. В общем, все для того, чтобы жить так, как хочется, а не так, как получается. Еще на этапе проектирования мы привлекаем не только профессиональных архитекторов, но и профессиональных дизайнеров для того, чтобы пространство квартиры получилось полноценным и функциональным, а не полуфабрикат, который наши покупатели вынуждены будут доводить собственными силами за собственные деньги. Функциональные, продуманные и удобные планировки микрорайона «Скандис» можно даже пощупать в шоуруме «Арба» в бизнес-центре «Баланс» на Мэрчика-10. И не забывайте, ипотека с исторически низкой ставкой от 5,5% заканчивается уже 1 июля. А до сдачи легендарного микрорайона «Скандис» осталось всего 10 недель. Юлия Сорокина специально для телеканала «Прима».